Кардин Спортклуб – это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Кардин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. В этот раз здесь прошел чемпионат Кардин Клуба по фитнесу. В соревнованиях приняли участие тинейджеры, а также мужчины и женщины, которые выступали в нескольких возрастных категориях. В программе состязаний каждый участник должен был выполнить 4 упражнения. Отжимания от пола, прыжки вверх, упражнения на пресс и гребля. Упражнения выполнялись на скорости, и при подсчете очков учитывалось общее время. Меньшее время – лучший результат. В результате проведенных стартов первое место в соревнованиях среди девочек заняла Марина Крахмалева. Второй результат показала Лаура Балян. И третье место досталось Айганыш Руслановой. В состязаниях среди мальчиков на верхнюю ступень пьедестала поднялся Чингис Барчакеев. Серебряной медали удостоился Валера Тян и замкнул тройку призеров Дамир Умурзаков. В соревнованиях среди девушек возрастной категории от 18 до 35 лет первое место заняла Виктория Кольченко. Среди женщин от 36 до 44 лет отличилась Алина Зеличенко. А в возрастной категории 45 лет и старше победителем чемпионата стала Жанат Ибрагимова, которая стала лучшей и в абсолютном первенстве. В состязаниях среди мужчин в возрасте от 18 до 30 лет первенствовал Доулат Саматов. В категории от 31 года до 45 лет быстрее всех был Илал Исаев. Среди мужчин от 46 до 55 лет отличился Азимжан Кадыров, ставший победителем и в абсолютке. И среди мужчин в возрасте 56 лет и старше победителем чемпионата стал Тахир Гафуров. В общем, добро пожаловать в Кардин Клуб. Фитнес-клуб премиум класса номер 1 в Кыргызстане.